мера стихотворения «Ребята, вы чего?», но с небольшой прелюдией. Смотрите, что получается. Вот есть страна, допустим, Молдавия. Селятся русские, приезжают, живут. Потом говорят, мы Приднестровье. Живут в Украине, селятся. Луганск, Донецк, говорят, мы. Потом мы Донецкая, мы Луганская и так далее. То есть получается, где становится много, то они, как говорится, забывают, что их когда-то приютили и хотят сделать свою. Поэтому на эту тему, как говорится, на зубы дня. А доколе Израилем будут править евреи, кому всей душой между собою трындели? Ребята, а вы куда прилетели? Разве мы плохо за вами глядели? Вы хотели подлечиться немного? Выздоравливайте и скатертью дорогу. Ну, как говорится, мир делает выводы. В Америку сейчас пускают только украинцев. С Российской Федерации никого не пускают последние 2 года. И об этом все знают. И именно вот по этой причине. Да. Я вас обнимаю.